Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня нашла для вас голый эвкалипт. И сейчас покажу, как у него отслаивается кора и какой он остается голый на самом деле. Я когда первый раз, хотя я знала, что есть такие деревья, которые скидывают кору, но когда в первый раз увидела воочию, что называется, я, честно говоря, подумала, может быть, дерево болеет, раз у него проблемы с корой. А на самом деле оно прекрасно себя чувствует, живет 300-400 лет эвкалипт и высотой достигает 100 метров, бывают и больше экземпляры. Сам ствол светлый, белый, практически такой бежевый и с коричневым вкраплением. И самое место, где еще осталась кора, это наверху, везде там как гнездо из этой коры. Вот сейчас интересно даже посмотреть. Она вот так скручивается. Достаточно толстая. Примерно где-то 3 миллиметра толщина этой коры. Ой, открутилась. Ну, он уже ее, видимо, давно хотел скинуть. Я ему просто немножко помогла. Висит еще кора. Это вот, не знаю, что это. Это вот тоже кора. Вот это тоже кора. Она еще не отслоилась до конца. Само отслоение идет. Очень красиво. Необычно, по крайней мере, это точно. А внизу вот такой толстый ствол. Здесь он белый. И вот где кора, он еще там коричневый. Длинная и достаточно плотная. Где-то 3 миллиметра сама кора. И она просто отслаивается и падает вниз. А сам ствол, посмотрите, какой белый-белый и гладкий. Он по ощущениям напоминает как гладкий камень. Гладкий камень. Интересное очень эвкалипт, потрясающее дерево. Напишите, как вам такой экземпляр. Какая-то кора отпала совсем недавно, и в некоторых местах он еще немного бело-коричневого цвета. Вот издалека еще покажу. Примерно высоту 20 метров он здесь, и диаметр ствола 1-1,5 метра. То есть это не самый большой экземпляр. Ну и также все полезные свойства он сохраняет. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Я желаю вам удачных дизайнов на ваших территориях. До новых встреч. Пока-пока.